Созополь. Небольшой полуостров, врезавшийся в Черное море, приютил самый древний город на южном болгарском побережье Черного моря – Созополь. Основанный как Аполлония Понтика милетскими колонистами в конце 4-3 тысячелетий до нашей эры, сегодня в Созополе обнаружены руины жилищ, керамика и орудия труда того периода. Благодаря порту Аполлония стала важным торговым городом. Якорь, эмблема города и постоянный знак на монетах свидетельствуют об активном судоходстве и товарообмене. В археологическом музее города представлено множество артефактов, свидетельствующих о богатой экономической, культурной и духовной жизни в тот период. Во времена античности город назывался Аполлония Магна, и он стал центром искусств. Ограбленный римлянами с разрушенной крепостной стеной, в IV веке поселение возродилось как Созополис – город спасения. Почти все средневековье город был византийским, и только короткий период входил в пределы болгарского государства. Архитектурный облик сегодняшнего Созополя, который очаровывает тысячи туристов, оформился в период болгарского возрождения. Сохранившиеся более 180 домов конца XVIII – начала XIX века являются примером черноморского типа строительства из камня и дерева. Эмблемами города стали дом Мариетты Стефановой, дом Крианоулу и дом Димитрия Ласкаридиса. Недалеко от старой части города находится крупнейший болгарский черноморский остров Святого Ивана. Еще в VII веке до нашей эры здесь возвышался крупный храмовый комплекс. В XIII веке был построен новый соборный храм Святого Иоанна Предтечи, который был провозглашен царским. Разрушаемый и восстанавливаемый в следующие века, монастырь принимал и царские свадьбы, и монахов-отшельников. В ходе возобновленных раскопок в 2010 году была обнаружена настоящая археологическая сенсация – мощи святого Иоанна Крестителя. Мощи хранительницы пророка, совершившего крещение Иисуса Христа, вызвало настоящее нашествие паломников. Сегодня некоторые предрекают, что Созополь станет вторым Иерусалимом. Созополь привлекает не только своим древним прошлым и прекрасными возможностями туризма, но и своей культурной жизнью. Каждый год в городе проходит и традиционный фестиваль искусств «Аполлония» – один из крупнейших культурных форумов в Болгарии. Со своими великолепными домами в стиле болгарского возрождения и древней историей, мощами святого Иоанна Крестителя, Созополь – объект преклонения и восхищения туристов со всего мира. Сегодня он вновь на карте исторического и культурного туризма.